Ну, вообще, на самом деле, да, лишение гражданских прав голосования – это отдельная статья. Есть какая-то международная практика. По идее, надо, конечно, соотноситься с ней. Есть ряд преступлений, которые являются там преступлением против Родины, предательство, да, преступления против человечества, тяжкие там преступления, связанные с убийствами. Я считаю, что таких граждан, конечно, надо лишать права избирательного. Но есть куча преступлений, которые являются, так сказать, не столь серьезными. И та мера пресечения, которая объявляется нарушившим закон, она потом, по идее, должна самоисчерпываться. И человек возвращается к своему праву. Поэтому я думаю, что и на территории места отбывания своего срока он имеет право голосовать. Все зависит от дел. Но вообще надо разбираться, есть международная практика, она наверняка дает опять-таки свою определенную статистику. Там будет все понятно.